каждой эпохе, когда Бог вершит свой труд на земле, Он всегда дарует человечеству слова и истины. Эти истины – путь, по которому человек должен следовать, путь, которого должен придерживаться человек. Слова эти от Бога идут, так что люди должны следовать им. Если они последуют, они жизнь получат. Если люди не следуют им, если не живут этими словами, они живут.